Передать на листе бумаги свое впечатление о городе, в котором никогда не был. Такое творческое задание воплотили в жизнь молодые польские художники. Студенты и преподаватели Катовицкой академии искусств специально по случаю юбилея Бреста подготовили выставку плакатов и презентовали ее горожанам. Вернисаж с символическим названием «Привет, Брест» – это еще один шаг, направленный на укрепление дружественных отношений между двумя народами, которых объединяет не только общая граница, но и многовековая история и культура. Мы встречаем здесь прекрасную атмосферу для подкрепления и для развития этих наших дружеских контактов. Это, конечно, не только атмосфера, они не только складывают жителей. Это всем понятно. Мы здесь близко живем, мы ездим один к одному. Но без поддержки этого от местных и городских властей, ну, просто чего-то бы не хватало. А теперь мы уже выполняем полный спектр этого, что нужно для улучшения, для развития дружественных контактов. 48 работ, 48 взглядов на тысячелетний Брест. Виртуальное пространство создало собственное впечатление о городе, в котором никогда не были студенты Академии искусств. И именно это виртуальное впечатление стало толчком творческого выражения создания целой экспозиции, в которой каждый мастер показал свой город над Богом. У каждого из молодых людей свой способ выражения самого себя. Каждый имеет свой стиль работы. Одни работали с помощью кисти, карандаша, другие с помощью компьютера. Это точно такой же инструмент, как карандаш или кисть. Мы не навязывали способы выражения. Каждый творил, как чувствует. Мы только наблюдали и направляли, чтобы художники сохранили стилистику плаката. Креативный взгляд и полная свобода выражения стали верными помощниками в реализации задуманного. Отсутствие творческих рамок освободило молодых художников от классических канонов, дав возможность почувствовать то важное, что, по мнению авторов, передает атмосферу города юбиляра. Такой совместный проект позволил и горожанам увидеть свой Брест с другой стороны. Эта выставка меня очень порадовала, то что всегда очень любопытно, как на наш город, на наши знаковые места смотрят люди, художники, профессиональные художники другими глазами. Мы вот каждый день видим это все, глаз замыливается, вот. А тут по себе знаю, приезжаю, когда в другой город, совсем по-другому восприятие идет. Посетить выставку и сравнить собственное восприятие города с восприятием польских студентов Академии искусств может любой желающий. Представленная экспозиция плакатов «Привет, Брест» будет экспонироваться в выставочном зале на Советской до 11 августа. Наталья Луговкина, Павел Малашонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ».